Осознайте, что вы стабильны. Алия, куда вперед? Все время. Тадасана. Поза горы. Если ее делать осознанно, у нас должно возникать вот это ощущение. Я стабильный. Я стабильная. Это база. Теперь со вдохом сейчас. Приподнимите руки вверх. Ладони развернуты навстречу. Локти сильные, ладони развернуты друг к другу, удлиняйте пальцы. Сделайте вдох. Напрягите локти еще больше. И немножко подайте после плеча больше назад. А теперь вытяните большие пальцы вверх, все. Больше вытяните большие пальцы ваших рук. Руки потяните их выше. Теперь снова все пальцы вытяните вверх. Заведите, приложите усилия, заведите руки еще больше назад. За линию уха. На выдохе опустите руки. Поставьте стопы на ширину таза. И теперь с вдохом приподнимите руки вверх. Вдох остался на ладони, развернуть вперед. Сохраняйте колени в тонусе. Все время приводите. Сохраняйте стопу в тонусе. Коленные чашечки все время внутрь тела и вверх. Поднимайте переднюю плоть бедра, напрягайте, поднимайте ее вверх. Подайте руки еще несколько назад. Держите руки сильными в локтях. Вдох и на выдохе сейчас опустите ваши руки. А теперь развернитесь к центру зала, пройдите на переднюю часть ковра. Снова приподнимите руки вверх в уровень хвостаса. Вдох, на выдохе пошли в наклон уттанасана, положите ладони плоско на пол и шагайте назад к ватману утанасану. Посмотрите на ваши ладони, расположите указательные пальцы параллельно друг к другу. Действительно, уходили друг от друга, создавайте между пальцами пространство.
кончике пальцев. Ноги прямые в коленях. Прогнитесь. Смотрите вперед.